Это протест студентов, сотрудников, выпускников МГУ против вступления студенческого союза МГУ в Народный фронт. Против того, что у нас в ВУЗе нет настоящих профсоюзных студенческих организаций, что есть только фиктивные организации, обслуживающие интересы администрации. Вот господин капитан подходит. Здравствуйте. Погода. Ребята, вот когда у вас будут выборы? Да. Вы знаете вообще? У нас их не бывает. В том-то и дело, вы не знаете. Да. Вот постарайтесь вот уточнить, когда будут выборы, провести массовую агитацию. Мы все на очного дня. Постарайтесь просто избрать в Студсоюз тех людей, которые реально будут бороться за ваши интересы. Я хотел бы, чтобы при всем знании подошли к памятнику Николаю Чуркину. Держите при знании. Мы вместе подойдем, будем возлагать цветы и будем ждать факел знаний. Студенты? Да. Тихо. Студенты, кто еще? И выяснится, кто вы и что вы. Мне не уточнить. Мазор! Мазор! Народ, не кусай машину просто! Вы что делаете, человек? Слава русской демократии! Почему вы имеете право задерживать обычных граждан, не находясь в форме? Вам стыдно ее одеть? Скажите. Я на втором учусь. Вам стыдно, потому что одеть, да? Стыдно. Нашей полиции просто стыдно надеть форму свою. Потому что защищать то, что они защищают, неужели это стоит защищать? Да просто... У нас нет свободы слова! Девушку пусти! У нас нет свободы слова! Не нарушай свободу слова! Руку дай, дай руку! Отпустите меня! Руки уберите ваши! Руки уберите ваши! Руку! Помогите! Давайте! Молодой человек, вы сейчас, да. Послушайте, а вы сейчас на меня нападаете. Все, вас человек. Уже не оскорбил. Все, понятно. Она не имеет отношения никаким незаконным митингам. Да отстань от меня, мне на лекцию надо. Позорище, а? Какое позорище? Остановите это насилие.